альба, высота растения 25 см. Цветки белые, в шаровидных соцветиях. Примула или первоцвет – один из самых многочисленных родов растений мировой флоры. Ценится за раннее весеннее цветение, разнообразие окраски и формы соцветий. Существуют сорта с необычной расцветкой и оригинальной формой цветка. Если почва и место для посадки выбраны правильно, то гибридные примулы могут порадовать вас повторным цветением в том же году. Одно из обязательных требований – небольшое затенение. Растения не выносят перегрева почвы, окраска цветков бледнеет, и они мельчают, сокращаются сроки цветения, замедляется нарастание новых розеток. Примулу можно выращивать как горшечную культуру, так и в открытом грунте. Примула мелкозубчатая альба – это многолетнее растение. Примула прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для глинистых почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.